Здравствуйте, дорогие друзья! Я кратко сейчас вам расскажу о новом уникальном приборе, персональном дезинфекторе для любых поверхностей, рук, там, предметов, дверных ручек, туалетных бачков. Для чего он нужен? Ну, в гости поехали или куда-то, в общественном транспорте, деньги руки взяли, а помыть нет возможности. А ребенка хотите покормить где-то в машине и так далее. Ну, в общем, что это такое? Это японская разработка, собрана, это сделано в Корее. Маленький удобный прибор, крышка, это массажная. Но если ее снять, вот так вот откручивается, за секунду наливается вода, обычная вода из-под крана, ну, лишь бы не хлорированная, там, понятно, обычная нормальная вода из-под крана, и происходит процесс электролиза, если вы плавно пальчиком проведете снизу, вот так вот, даже не надо нажимать на кнопку, идут пузырьки, обратите внимание, сейчас будет видно, на синем светодиод, синий горит, 30 секунд всего, она как молочко мутное станет, после этого только надо в вертикальном, как сейчас я держу, положении это делать. Кстати, батарейка очень мощная и надежная. Одного заряда от сети через микро-USB, который внизу там встроен, можно до 50-70 раз производить вот эти циклы электролиза. Что здесь образуется? Не как в водородном генераторе водород. Это OH-радикал, свободный радикал, мощнейший свободный радикал. Пить внутрь это нельзя принимать. Но зато это по заключению японцев, а я сейчас прочту. Значит, где проводились исследования? Протестировано в японском центре пищевой экспертизы, город Токио, район Сибуя, улица Матайоги, 55-1. Сертифицированной лаборатории Кореи и прочее, прочее, ну, в общем, и так далее. Так вот, смотрите внимательно. Вы, наверное, знаете, что озон – мощнейший обеззараживатель. Озон. А теперь, внимание, это, конечно, поразительные цифры, но это вот лаборатория протестировала. В 2000 раз происходит быстрее, чем озоновая стерилизация. В 2000 раз быстрее. Это самый сильный, самый мощный дезинфектор от таких паразитических, скажем, организмов, как различные вирусы, грибки, бактерии, кандидоз, прочее, все, что хотите, стоматиты различные, кстати, стафилококки, вот кишечная палочка. Что касается стоматитов, то зубы, вот бывает плохой запах изо рта, почему? Ну, там проблемы с желудком, кишечником, ну, а если с ротовой полостью из-за этого запах, то это понятно, пища, которая десна между зубами, гниет. А почему гниет? Потому что бактерии. Так вот, брызнули, подержали рот открыто буквально минуту, уничтожаются грибки и бактерии. Но тем более это важно, когда нет возможности почистить зубы. Что касается возможностей теперь, они огромны. То есть не заразиться очень серьезными заболеваниями, когда вы посещаете любые общественные места. Да? Там ноги, баня, ну я условно говорю, побрызгали стопы. Подержите их 5-10 секунд. Максимум некоторые очень сложные вирусы до минуты уничтожаются все. Это единственный и самый экологичный в мире способ уничтожения вирусов, грибков, бактерий. Значит, что еще хочу об этом сказать? Как зарядка, понятно. Пользоваться примитивно, просто. Вертикальное положение, нажали 30 секунд и пользуйтесь. Закрыли крышкой, убрали в карман, поехали куда угодно, пользуйтесь дальше. Значит, ну, что я про это хочу сказать? Вот еще про женщин, косметика. Если уж вы пользуетесь косметикой, а корм для бактерий, косметика, прекрасный корм, то тогда сначала лицо промойте, умойте, увлажните, ну, скажем так, высохнет, и вот побрызгайте. Ну, а после этого можно наносить косметику, как высохнет кожа, и уже не будет того вреда. Кстати, это мощнейшее средство против прыщей, потому что если пользоваться, не лениться, 2-3 раза в день брызгать кожу, да, то тогда что будет? Значит, в микропоры вода попадает, это микрокластерная вода, вот эту OH-радикал, уничтожая, разрывая мембрану, фактически бактерии, там, вирусы, грибка, уничтожая их. И это происходит, вот как я сказал, за буквально до минуты эффект. То есть очень быстрый. Это для ленивых и для тех, кто действительно понимает, что такое гигиена и здоровье. Кстати, это для любых мест, интимные места, так сказать, ну и так далее. Потому что, еще раз говорю, главная задача – это абсолютно безопасное для кожи, для организма уничтожение вирусов, грибков, бактерий. Кто-то скажет, ну а как же, вот через кожу не повлияет ли? Нет, потому что кожа имеет многослойное строение внешнее. Частицы мембраны кожи – это все-таки мертвые ткани, и через них вода не может пройти. По крайней мере, без погружения в воду, в такую, так сказать, за это там. Ну, в общем, это невозможно, поэтому можно тут не беспокоиться. Ну, это, как говорится, разрабатывалось не один год, и пройдено, и все испытания самых жестких европейских, японских, американских стандартов получены. Значит, мы являемся представителями этого
этой компании, этого бренда, это даже можно было найти до 30 тысяч. Люди очень сильно на этом зарабатывали, некоторые привозя к нам в страну маленькими партиями. Сейчас у нас есть возможность снизить цену даже не до 15 тысяч, как мы ее сделали, а 12 тысяч. Мы всегда стараемся делать самые низкие цены, насколько это возможно, на подлинные, нормальные, качественные товары. И вот сейчас на нашем сайте nadgard.ru в разделе «Приборы по воде» или там «Приборы жизни» вы можете их купить у нас, либо через наш прайс-лист, который всегда находится на нашем сайте nadgard.ru. Посмотрите или напишите нам на почту aravana@bk.ru. Ну, в любом случае, под этим видео будут вот эти все ссылочки, да, на наши сайты и прочее, прочее. А теперь, пожалуйста, посмотрите, я советую, кто еще не смотрел, отдельно вот этот ролик, буквально там он на 2 минуты, корейский по этому прибору. Это профессиональная озвучка, которую мы заказывали, и я надеюсь, что вот это вам поможет в жизни очень, потому что таких действительно вещей, важных, нужных и недорогих, отвечающих вот таким задачам высоким, важным, как персональная гигиена, это порой, не дай бог, случится что, все будет дешевле, но уже время не вернуть, а такое случается очень часто. И помните, что не соблюдая правила гигиены, как многие, даже взрослые люди, ногти в рот, пальцы там за рулем машины или дверной ручкой, палец в рот, все, это вы заносите в любом случае определенные инфекции. Но насколько это обезопасит? На много. И все это просто для ленивых, что очень важно, потому что мы сейчас все, в общем-то, люди обленились страшно. Так что, дорогие друзья, вот эти 30 секунд, электролиз, и брызгайтесь, уничтожаться будут вирусы, грибки, бактерии, а значит, сберегаться ваше здоровье. В общем, желаю вам приятного сейчас просмотра и обращайтесь. Всем самого лучшего, до свидания. Жидкости, наносимые на кожу, всегда должны быть чистыми и безопасными. Защитите свою кожу с помощью водородного стерилизатора-увлажнителя. Принцип действия основан на ионизации воды. Это первый в мире портативный водородный спрей-увлажнитель. В специальном отсеке вода стерилизуется с помощью платиновых электродов. Насадка для распыления. Магнитная насадка для легкого массажа. Встроенный аккумулятор легко заряжается через мини-USB-порт. Мощное очищение и увлажнение вместе с Estéo. Принцип стерилизации Estéo заключается в том, что при электролизе воды гидроксил радикал прикрепляется к протону бактерии на мембране клетки. Теряя протон, бактерия погибает. Платиновые пластины стерилизуют и убивают 99,9% опасных бактерий в воде. Это экологический продукт. С ним можно использовать и водопроводную воду, которую он делает пригодной для питья. Эффект стабильной стерилизации был неоднократно подтвержден в многочисленных тестах. Протестировано в Японском центре пищевой экспертизы. Очищающий и увлажняющий эффект Estéo. Превращая частицы воды в частицы меньше 6 нанометров при электролизе воды, нанопузырьки успешно очищают кожу от бактерий и грибков. Также удаляют микрозагрязнения размером меньше 25 микронов, проникая в поры и луковицы волосков, помогая избавиться от прыщей и экземы. И попутно увлажняя кожу и питая ее водородом, идет мощное обновление кожных покровов. Насыщение кожи кератином борется с возрастным потемнением кожи и удаление жировых загрязнений. Распыляйте воду Estéo на лицо, руки и ноги 3 раза в день для достижения желаемого результата. Estéo
стерилизует зубные щетки и бутылочки для детского питания. Водородный спрей – эффективный помощник в быту. Можно использовать и для орошения комнатных растений. Водородный стерилизатор Estéo является продуктом высоких технологий для ежедневного ухода за кожей. Разработано и производится в Корее.